Приветствую, друзья мои, меня зовут Александр, сейчас пульт уберу. Я автор сайта guitarplus.ru, вот здесь вот сайт мой появится. На нем вы найдете множество полезной информации для гитаристов, как начинающих, так же для тех, кто уже не первый год держит в руках гитару. В этом видео мы с вами будем разбирать известную песню Высоцкого, которая называется «Песня о друге». Кстати, она популярна не только среди русскоязычного населения, но и даже за океаном. Не далее, как завтра, у нас будет урок с одним из моих американских учеников. Я гитару сейчас настрою, чтобы нам удобно было с вами заниматься. И мы с ним разбирали уже другие русские песни, а вот он решил на завтрашнем уроке попросил меня разучить вот эту песню с ним, соло поиграть. Вариант. Если вы хотите сыграть более профессиональный вариант, где и басы, и аккомпанемент, и мелодия прослушиваются, переходите вот по этой ссылочке. Я исполняю здесь этот вариант. Вы можете там же найти ноты в описании и так далее, сыграть. То есть это для тех, кто за перфекционизм, кто хочет классику, такой супер вариант, приближенный к профессиональному, вот, пожалуйста, по этой ссылочке. Для тех, кто хочет только аккорды и сыграть эту песню в качестве аккомпанемента, исполняя голосом сам текст, то вот по этой ссылочке. То есть мы вот так вот сделаем, да, здесь будет более сложный вариант с нотами, здесь будет вариант с аккордами. А мы с вами возьмем сейчас золотую середину. И в этом видео я покажу, как играть эту песню о друге достаточно просто. Но в то же время мелодия будет явно прослеживаться, бас будет присутствовать. И этот вариант, он чем удобен? Тем, что буквально выражаясь, начинающие гитаристы смогут ее без труда исполнить. Я сейчас ее вам наиграю, чтобы у вас было представление, над чем мы будем работать. И вы уже сделаете вывод, стоит ли вам дальше смотреть это видео, или решите не тратить на него времени. Если подумаете, что это видео для вас, тогда поставите обязательно лайк, и до конца этого видео мы с вами разучим эту песню. Если вы подумаете, что оно будет кому-то другому полезно, это видео, тоже поставьте лайк. Ну, в противном случае можете дизлайк ставить, то есть решайте сами. Хотя, если оно вам не нравится, все равно ставьте лайк. Итак, я вам сейчас играю простой вариант, над которым мы сейчас с вами будем работать. Будут басы и мелодия. Итак, как мы с вами будем его учить, это произведение и эту песню, если вы решили ее разобрать? Мы с вами вначале учим куплет-мелодию, потом добавляем бас, соединяем. Потом учим припев-мелодию, добавляем бас, тоже учим и соединяем. Вот такой последовательности мы с вами будем работать. Итак, приступаем к первой части, назовем ее часть А, когда мы учим только мелодию. Итак, поехали. Значит, играем мелодию, я вам вначале просто ее наиграю, а потом расскажу медленно, подробно, как вам ее следует играть. Вот так, все элементарно просто. Итак, приступаем к части 1А, и в этой части мы с вами будем разбирать мелодию куплета. Кстати, рекомендую настоятельно, когда вы будете учить эту мелодию, про себя напевайте слова этой песни. Текст я помещу в описании под этим видео, или если вы смотрите на моем сайте, то прямо под этим видео в качестве поста будет опубликован текст этой песни. Итак, играю. То, что мы с вами сейчас будем учить. Вот эту вот часть.
Теперь давайте начинаем. Играем ее с третьей струны на втором ладу. Один раз сыграли эту ноточку. Один раз сыграли вторую струну открытую. Сыграли первым пальцем, зажали на первом ладу вторую струну. Опять ее открытую. Вернулись, с которой начинали ноты. Еще раз ее сыграли. Потом на первом ладу на третьей струне сыграли. И открытую вторую. У нас получилось. Теперь играю следующую фразочку. Начинаем с третьей струны. С третьего лада на второй струне. Можете паузы нажимать для того, чтобы повторить эти отрывочки. Для экономии времени я записываю уже сразу. Если успеваете следить, вместе со мной можете играть. Начинаем, значит, с третьего лада на второй струне. Три раза играем эту ноточку. Один раз играем на первом ладу на второй струне. Два раза играем открытую струну. Один раз играем ноту ля на третьей струне второй лад. И получается у нас на второй струне первый лад. Теперь следующую фразочку играем. Это получается слова «Если сразу не разберешь». Вот. Играем, значит, три раза на первой струне третий лад играем. Один раз на первом ладу, два раза открытую. Один раз на третьем ладу на второй струне и на первой струне первый лад один раз. Еще раз сыграю эту фразочку. И последняя фразочка. Все играется на первой струне плохо или хорошо. Играем. Три раза на первом ладу первой струне. Открытую. Опять зажимаем первым. И третий лад, ну, откуда мы и начинали эту фразочку. А теперь медленно сейчас сыграю всю вот эту первую часть, весь куплет, мелодию. Теперь давайте разучим часть 1Б, то есть будем учить басы. И сейчас я вначале ее исполню, чтобы нам ухватить еще раз эту мелодию, прослушать. Так легче будет разучивать на слух, уже она у вас ляжет. Дальше у нас будем учить уже с вами припев. Теперь наша с вами задача соединить басовую партию и мелодическую линию. Я медленно сейчас поиграю, чтобы не растягивать время и не рассказывать, вот мы сейчас пока эту ноту дернули, вторую дернем. Думаю, что вы уже выучили мелодию и поиграли, потренировались с басами. То есть понимаете, что басы в принципе легко играют. Там они практически везде открытые струны, нужно большим пальцем играть. Теперь я медленно играю, медленно-медленно, для того, чтобы вы успели понять и, может быть, про себя проговаривать слова песни, где, в какой момент нужно ударять басовую ноточку и соединять с пальцами, которые играют мелодию. Итак, начинаем с басовой ноты. Все, первая часть у нас с вами завершена.
Можете уменьшить скорость, есть такая фишка на YouTube, в два раза медленнее, в полтора раза медленнее поставить и еще раз медленно-медленно просмотреть, где, когда я дергаю струны, для того, чтобы мне не тратить время на то, чтобы вам это объяснять, потому что и так, в принципе, все понятно. А сейчас мы переходим к части 2А, в которой будем учить с вами мелодическую линию припева. Итак, приступаем к второй части, к разбору припева. Я сейчас вам сыграю басовую партию вместе с мелодией, а потом по отдельности каждую партию расскажу, каким образом играть. Начинаем вторую часть, припев. Хорошо, теперь давайте приступаем к тому, чтобы разобрать, как же играется у нас мелодическая линия. Начинаем мы с пятого лада на первой струне. Пятый лад очень легко найти, у вас здесь будет, скорее всего, точка такая на шейке грифа гитары, на накладке на самой. И начинаем с этой ноточки. Играем один раз пятый лад, потом седьмой лад, потом восьмой, снова седьмой, снова пятый. Потом прыгаем на первый лад. У нас так, это глиссандо называется такой прием. Ну, можете отпустить, перенести палец. Можете просто пальцем по струне протащить. Во время игры такой интересный гитарный эффект создается. Видите, когда палец проезжает по всем так ладным порошку, тут пробегает. Достаточно приятно. Мне нравится, как звучит. Ну, и многим гитаристам тоже. Итак, на чем мы остановились? Сыграли, значит. Потом перепрыгнули, когда в первую позицию. Один раз играем на первой струне первый лад, потом на второй струне третий лад и снова на первой струне первый лад. Следующая фразочка очень похожая. Мы играем первую часть то же самое, что и в предыдущей фразочке. На пятом ладу первый палец, на седьмом ладу, на восьмом ладу мизинец, снова на седьмом ладу, снова на пятом ладу. А потом играем открытую струну первую, потом на второй струне первый лад и снова открытую струну первую. Следующая третья фразочка. Играем, начинаем с открытой первой струны, потом первый палец на первом ладу, на третьем ладу зажимаем, потом снова первый лад, потом открытая струна, потом переходим на второй струне третий лад, открытая и снова третий лад. И последняя фразочка. Играем на первой струне третий лад, на первой же струне первый лад, открытую первую струну, а потом перепрыгиваем аж на третью струну, играем два раза на первом ладу и второй лад. Все. Медленно сыграю сейчас только мелодию, это без баса этой части. Расскажу, каким образом играть басовую партию. Мы начинаем играть с пятой струны, два раза ее играем. Вначале играем басовую струну, а потом у нас будет вступать мелодия. Но сейчас расскажу только, как играть бас. Играем вначале два раза бас, потом пятую струну, потом четыре раза играем четвертую струну. Четыре раза играем снова пятую струну. Четыре раза шестую струну и два раза играем пятую струну.
Но потом она будет идти на повтор, то есть получится как бы 4 раза вы подряд ее сыграете. Но лучше мыслить вот так вот, что 2 раза вы сыграли, закончили, а потом как бы по новой начнете играть повтор припева. Теперь соединяем все это вместе, послушайте, как это получается. Медленно-медленно, чтобы вы успели уследить, где и когда я вступаю басом. Итак, начинаем. Потом повторяете то же самое. Вот таким вот образом мы с вами за очень короткое время разобрали всю эту песню. Опять-таки повторюсь, что это не профессиональное исполнение, но для души, для начинающих, я думаю, что будет самое оно. Кстати, вы можете выучить ее без баса, только мелодическую линию, а басовые кусочки пропускать, просто играть. Таким вот образом тоже будет полезно, потому что будут разрабатываться пальцы, как очень красивое, приятное мелодическое упражнение. На этом с вами хочу попрощаться. Обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И до новых встреч!